Ребят, всем привет! Как всегда, выходной день я провожу в своей среде обитания. Я сегодня в лесу. И сегодня, конечно же, мы продолжаем сбор зимних грибов, ламулины. Мы ищем сегодня также вешенки, мы ищем сегодня саркосцифы и так далее, что нам попадется сегодня. У нас сегодня такой пасмурный денечек, срывается периодически дождь, также за бортом плюс 10. Всем хотела сказать спасибо всем, кто из прошлого видео пошаманил. Дождь у нас действительно пошел, два раза уже срывался. Сегодня с утра уже достаточно сыро, как бы промочило хорошо. Ну, сейчас будем по ходу идти, искать, снимать и посмотрим, что у нас сегодня нас ждет. Так что пошлите, погуляем вместе, отдохнем душой и пособираем грибочков. В лесу трава уже просто ковриком. Начинается мелкий дождь. Корзинки пока не богато. В основном сегодня у нас сбор фламулиновый. Попадается очень много чашечки эльфов. Вот такая вот. Много ее попадается. Видите, прям совсем она красивая. Уже становится в лесу больше зелени, что очень радует наш глаз. Как можно вот не радоваться этой зеленой травке? Это же просто восторг, отдыхаешь душой, когда смотришь. Ну а пока идем дальше, пока дождь не выгнал нас из леса, будем продолжать искать вот таких вот красивых обитателей леса. Таких вот друзей я нашла, семечку. Немножко она мокренькая, прям такая. Ну, неплохая, неплохая семейка. Молодые экземплярчики, не темные, как видите. Вот она, эта фламулина бархатисто-ножковая. Светлые у нее достаточно пластинки. Хороший молодой экземпляр, который можно взять. Эти грибы мы, конечно же, берем. Смотрите, вот какая уже сегодня большая саркосцифа. Она уже подросла. И размерчики уже ее впечатляют. Вот такие грибы, конечно же, мы с удовольствием возьмем. Будем употреблять. И вот такую вот еще одну шикарную семейку обнаружили. Смотрите, там еще под корой какие экземплярчики. Замечательные. Как вам эта семейка? Подсохла. Сейчас эти экземпляры мы заберем, а вот эти вот молоденькие мы оставим, потому что пойдет дождь, они начнут вылазить, распушаться. А эти экземпляры очень хорошие, они чистые. Ламулинки бархатистоножковые. Эти мы, конечно же, забираем. Как можно пройти мимо прекрасного создания природы саркосцифы алой? Ребят, ну посмотрите, вы только посмотрите, какая она красивая. Просто обалдеть. Шикарный. И размер уже хороший. Конечно же, берем. А на этом стволе мы видим уже погибшие экземпляры. Вот тут еще тоже такой, ну, более-менее, что можно взять. А здесь уже пошли в рост молодые грибочки. Молодая фламулина. Прямо из-под коры вылазит. Ну что, малышей оставим, пройдем мимо, посмотрим дальше, что есть. Здесь мы видим уже семейка такая уже повзрослее. Этот гриб называется дрожалка оранжевая. Его мы успешно берем для салатиков, для супов. Очень полезный, хороший, вкусный гриб. Растет он обычно тоже на веточках, на перегнивших лиственных деревьев. Вот она, дождем примоченная, чистая. Такие вот грибочки на стволе погибшем и с этой стороны. Много маленьких. Сейчас очень влажно, дождик идет, и поэтому они еще будут, они еще вырастут.
Поэтому надежды на февральские сборы есть. Пошел опять дождь. Погода, конечно, сегодня не летная, но грибная. Грибочки от этого чистые, мокренькие такие вот, хорошие. Что не может не радовать просто. Такую вот большую дрожалочку нашли, огромная, просто сочная-присочная, потому что сейчас идет дождь, желтая. Мы тоже ее забираем для салатика. Вот и наша вешенка подросла, мокнет под дождем, распушается, очень красивая, маленькая. Здесь совсем маленькие малыши. Вот этот экземпляр мы заберем сегодня, он уже большой. И очень хороший. Тут рядышком еще такие вот экземпляры. Они уже подвымахали, пока меня здесь не было. Вот. Вот тоже малыши какие. Оригинальный цвет такой у них. Дальше идем. Вот еще. Вот еще одна растет. Так красиво. Здесь вот еще одна. И вот здесь вот тоже еще по стволу одна выросла. Маленьких очень много экземпляров. Маленькие оставляем сегодня. Я к ним уже не подхожу, там не пролезть. Большие вот эти экземпляры забираем. Здесь вот такие экземпляры нам попались. Эти экземпляры уже можно взять. Они крупненькие, хорошие. Мы их заберем. Вот эти тоже мы забираем, крупные. Эти тоже срежем. Ну, классно. Эти тоже. Тут еще у нас фламулина пробивается из мха. Вот еще экземплярчик поменьше. Здесь такой немножко подкореженный. Этот экземпляр уже прям взрослый. Они сегодня самые крупные на сегодня. Конечно же, мы их забираем. Но смотрите, если посмотреть под низ, пластинки у этих грибов довольно чистые. То есть мы можем вполне взять эти грибы с собой. А здесь мы можем замечать вот такой вот гриб, похожий на хрящ. Этот гриб называется аурикулярия уховидная, или иудина ушко его еще называют. Дождь немного закончился и дает возможность мне поснимать мои находки. Очередная фламулина, прям с капелькой воды. Маленькие экземпляры. Эти можно взять уже. Эти мы заберем. Фламулина бархатистоножковая, зимняя пеночек. Еще здесь наверху, не знаю, мне даже это не достать. Представляете, как высоко забралась. Вернулись к своему стволу. Здесь очень много малышей, которые мы не трогаем, мы их оставляем подрастать. И вернемся через недельку, дней 10, посмотрим, что же здесь вырастет после того, как пройдут дождики. Оставляем пока их здесь. Вот мы можем наблюдать, как их здесь много. Прям молодые-молодые экземпляры. Прям, ну, они кнопочки размером с 10-рублевую монетку, может, чуть больше. Поэтому такие экземпляры мы оставляем, конечно же, не будем забирать. Посмотрим, что же из них вырастет. Через дней 10, я думаю, мы сюда вернемся. Еще вот такие вот кустики фламулины. Такая вот еще фламулиночка попалась мне.
на дереве, прям высоко забралась. Вот еще кустик. Замечательно. Сюда не подлезть, просто не заснять это все. Очень красивая, шикарная, мокрая, свежая такая. После дождя распушились вот такие грибы. Зовутся они аурикулярии, извилистые. Они сейчас очень массово встречаются. Обычно они засыхают в сухую пору, а когда влага, они начинают разбухать, становятся вот такими вот мягкими, как свиные ушки. Очень красивые грибочки. Вот так вот они выглядят изнутри. Жаль, мы их не берем, мы их ни в чем не используем. Пока что применения мы им не нашли. Но если кто знает, что с ними можно сделать, напишите мне в комментариях. Я думаю, многим будет интересно это узнать, потому что гриб встречается очень массово. Хотела показать вам вот такой грибок. Начался у нас опять сильный дождь, не могу снимать много. Очень сыро капает. Под зонтом снимаю. Хотела показать вот такой вот гриб. Называется он эксидия железистая. Мы его не собираем обычно, но некоторые ее собирают, как бы с удовольствием его готовят, хвалят. Гриб содержит, конечно же, полезные вещества в себе. Поэтому не опасайтесь, берите, если есть желание, попробуйте. Но мы обычно проходим мимо, конечно. Ну, вот такой вот сегодня у нас результат. Погодные условия, к сожалению, больше не позволяют нам собирать и снимать. Но этот улов тоже сегодня очень-очень радует. Сегодня прям ассортимент и вешенки, и фламулины, и саркосцифы, и дрожалки, и все, что хочешь. В лесу полно зелени, цветочки начинаются. Очень вот такая вот яркая у нас сегодня получилась корзиночка. Но это еще не все, конечно же. Это только то, что собрала я. В следующем видео мы будем уже собирать немножко другие грибы. А какие? Подписывайтесь на канал и узнаете. Всем пока!